Ребят, всем привет! Я в Краснодаре, и сегодня я хочу вам показать и рассказать о молодежном тренировочном центре профессионального баскетбольного клуба «Локомотива Кубань». Здесь 3 тренировочных зала, арена, которая вмещает в себя 500 зрителей, тренажерный зал, столовая, кафе и гостиница на 45 номеров. Крутой проект, о котором хочется рассказать. Вчера было торжественное открытие центра, и в честь него проводятся турниры для молодежных команд из Турции и России «Лока Кап». Надеюсь, будет интересная экскурсия. Поехали! Ребят, заходим в тренировочный центр и смотрите сами. Масштабно, стильно, молодежно. Что радует, фотки. Здесь в гостинице воспитанников «Локомотива Кубань». Андрюха Мартюк, Влад Епченко. Респект. Друзья, начнем с румтура. Я расселился здесь, в гостинице молодежного тренировочного центра. Номер двухместный. Конечно же, LeBron James. Все очень стильно. А еще что радует, полотенчики в цветах моего родного клуба. Что могу сказать? Очень приятно здесь находиться. Ванна, душ, фен. Фен мне нужен, вы понимаете, да? Душ. Кайфовать тут можно и правильно восстанавливаться. Но самое крутое, ребят, что здесь очень крутой матрас. Твердый, не будет спина болеть, потому что обычно в гостиницах очень мягкие матрасы, и приезжаешь на какой-то выезд, на какие-то соревнования, и все время болит спина. А здесь я супер вообще выспался. 6 часов поспал, как будто проспал 10 часов. Поэтому супер круто. Поехали теперь позавтракаем. Поехали вниз, конечно, на лифте. Let's go. Кошечки в лифте. Время завтрака. Заходим. Ребят, какое будет любимое у спортсменов блюдо? На завтрак макароны, на обед макароны, на ужин макароны. Это современный тренировочный центр, правильно? Шучу. Любят домашнюю сытную еду. Чтобы знакомая была, чтобы, ничего такого, по домашнему вкусно, скажем так. Чтобы вспомнили, как у мамы было, да? Кто приехал с разных регионов. И чтоб немало было. Большие порции? Порции большие. Ребята, большие порции. Вы меня накормите сейчас как большого человека? Да, как положено. Хорошо, спасибо. Так, у вас самая важная задача, это протирать вилочки, да? Уборка зала. Спортсмены чистоплотные? В принципе, да. Или их еще стоит подучить? Можно подучить еще? Да, стульчики. Так, стульчики задвигайте. Обязательно уважительно относитесь к персоналу, потому что если не эти девчонки и мальчишки, то вы останетесь голодными, правильно? Ребят, вообще не обманули. Полный боекомплект. Я вообще всегда все доедаю. Но тут у меня есть сомнения. Приятного аппетита, если кто-то сейчас смотрит и кушает, и ест. Так, встретили хорошо, дали такие большие порции, но мы проверим, придем в 2 часа, у ребят будет обед, и посмотрим, так же хорошо, вкусно и много их кормят. Рисовая каша, говорю, шеф, просто бомба. Спасибо. Это вот и нам готовил. Иван, ты лучше. Скромно. Все. Самый скромный обычно всегда самый лучший. А это вы уже к чему готовитесь? Полник. Тут еще и полник есть. У ребят полник, но им еще запаковывают с собой, потому что многие команды сегодня поедут на экскурсию в город, в Краснодар. Что у нас с собой дается? Прибор, конечно же. Ватрушечка. Йогурт. Шаурма, сок и банан.
Можно завоевать Краснодар так. На экскурсии только. Локомотив лучший. Локомотив лучший, все. Все, я приду на обед. Да. Все. Порция нормальная. Все супер. Спасибо. По величине как? По величине, но, возможно, на обед я просто приду поснимать уже. Я наелся, спасибо. Мне говорили, что стулья не задвигают юные спортсмены. А я забыл, но я это сделаю. Все. Ребят, я помню, как 14 лет назад я жил в интернате ЦСКА. Моим любимым блюдом, да и многих, был бутерброд. На нем помидор и сверху сыр с чесноком. Это было просто изумительно. Мы просили всегда добавки. И тетя Лена, если вы сейчас нас смотрите, и все выпускники интерната ЦСКА, нам всегда давала добавку. Супер просто было. Я сказал, да, то, что я вот позавтракал, на обед, наверное, просто приду поснимать. Порции большие, все очень вкусно, еще полдник. Короче, столовая и еда в молодежном центре подготовки. Ставим плюсик. Где бы мы могли бы еще повстречать Захара Ведищева? Конечно же, у входа в столовую. Захар, если ты смотришь, напиши, пожалуйста, правильно ты ешь или нет. Друзья, начнем экскурсию по тренировочному центру. Запаситесь терпением, и вы удивитесь, на самом деле, как здесь все круто. И начнем сразу с тренажерного зала, потом раздевалка главной команды, площадки и медицинский кабинет. Тренажерный зал. Оснащение здесь просто люто. Кажется, это рай. Попробую еще кого-нибудь позвать, чтобы нам провели экскурсию по тренажерному залу. Филипп, главный тренер по общей физической подготовке Академии Локомотива. Да, все верно. Я произнес, да? Да. Мы в тренажерном зале, я вам обещал после моих тут эмоций, которые я испытал, когда я здесь вам проводил экскурсию, взять настоящего человека, который расскажет нам все, что здесь есть. Все плюсы и все минусы. Да. Давай. Честно говори. Да. Будем говорить честно. Да. Да. Рад представить вам этот обалденный тренажерный зал инновационного, так скажем, да, отношение ко всему. Мы постарались задействовать здесь все, что возможно, максимальную квадратуру задействовать, каждые углы, каждое расстояние, которое у нас имеет место быть здесь. Самым важным и, так сказать, инновационным для нас хотелось бы это показать, вот эти вот бомбовские стойки, стойки функционального тренинга, которые располагают здесь как для работы олимпийских, да, тюзотических упражнений, то есть, и мы можем расположить на них перпетры, функциональный тренинг с канатами верхней тяги, набивные мячи различного расположения. Самая главная тенденция была этого проекта, чтобы на функциональной раме этой могли готовиться как профессиональные спортсмены, да, из основной команды нашей, выполняя тяжелые, да, упражнения, так и наше молодое поколение, которое могло бы заниматься, я опять же повторюсь, да, в Белек ТРХ и различных других рамах, расположенных там. Они оборудуются, да, здесь можно и жимы, и принципы, и травбары, все, что возможно на них делать, это как бы имеет место быть. Дальше хотелось бы рассказать про инновационный тренажер, сделанный на заказ, так называемый траст. Всем любимое поднятие таза наверх регулируется. Это заменяет ягодичный мост. Да, это да, мое да. Любимое упражнение. Да, просто. Да, да. Ну, пригодится мое в личной жизни и в профессиональном спорте, да. Везде приветствуется. Вот. Создается угол атаки здесь. И, точнее, опоры, извиняюсь. Создается угол опоры. И с помощью таза. Может, я покажу? Так, отлично. И поднимает таз наверх, опора в ноги. Угол. Здесь построение. Право. И в зависимости от того, какую часть нужно нагрузить нам, задняя, прямо с бедра, ягодицы, мы распределяем угол. Хорошая техника? Идеальная техника, идеальная. Самое главное, что здесь есть, это вот этот инновационный тренажер. Это просто рай. Хоть и Краснодарский край, это наш рай, да, но тем не менее... Мы нашли частичку рая именно рая, здесь. Да, именно здесь, потому что... У нас хорошие погодные условия, да, клуб дает нам возможность работать и на стадионах, и везде, на улице. Воркаут-зона у нас есть. Но вот это худшие погодные условия, круглый год. Мы имеем место работать над функциональным тренингом, над силовым тренингом. В чем суть данного тренажера Matrix? То, что здесь есть
Ну, во-первых, он называется «Матрица», да, правильно? Здесь есть силовое сопротивление, имитация толчка саней, то есть до 120 килограмм. Это довольно-таки очень уверенный нагруз, так скажем. Я только хотел сказать, вот недочеты какие-то есть, я думаю, почему нету для саней, да. Знаешь? Да, да, да. Это заменяет? Это заменяет. Вот именно в этом была суть тенденция, чтобы не задействовать пространство для саней, мы их сделали на воркаут-зоне на улице, а чтобы это было в зале, вот это тренажер. И если нам нужно увеличить скорость нашего спортсмена, нашему вниманию представляется имитация бега с парашютом. Супер. Мы здесь имитируем бег с парашютом. Я предлагаю тебе залезть сюда и попробовать это все. Я пошел. Оставим себе. Хорошо, а когда отлично. Мы сани? Теперь смотри, переключаем сани. Отцепляем здесь. Опора. Сделали опору вниз, отрегулировали степень нагрузки. Так, степень нагрузки. И поехали. Отсюда движение. Слушай. Так же. И усиленный режим. Ну это реально рай. Реально рай, сэкономленные, получается, квадратные метры. Да, сэкономленные квадратные метры. И, тем не менее, здесь можно на одном тренажере сделать два режима. Функциональный тренинг и силовой тренинг, который прекрасно нам подходит. Кайф. С Филом, я у него задал вопрос, есть какие-то недочеты? Оказалось, что их нет. Возможно, в России реально сделали это с любовью и все прям спроектировали, каждую там деталь подбили. И поэтому, молодые игроки. Это Loco Family, парни. Да. Здесь все с любовью. Надо, наверное, так сделать. Да, сердечко. Все, спасибо большое. Вам интересно? Погнали дальше. Основная раздевалка для мужской команды. Святая и святых. Раздевалка основной команды. Каждый шкафчик подписан. Коврики для ног. И знаете, что все самое приятное? Очень много фамилий воспитанников молодежного проекта «Локомотив Кубань». По-моему, это круто. А дальше экскурсия меня проведет замечательная Вероника. Привет-привет. Привет-привет. Так, что мы еще не видели? Я посмотрел тренажерный зал, раздевалку основной команды, столовую. Я ее попробовал и посмотрел. Так, хорошо. Так, и что теперь будем смотреть? Медицинский зал. Был. А, главный врач этого центра Павел Юрьевич. Правильно? Вчера читал интервью Влада Емченко, он сказал, что тут восстановительный центр просто пушка. Но мне сказали, что он еще будет наполняться, так что... Ну, наполнение, да. Естественно, всегда в процессе. Оборудование, они сейчас, видите, с этими санкциями не так все быстро, поэтому, естественно, есть... Ну, он удобен сам по себе, во-первых, по кабинетам, да, то есть кабинеты просторные, хорошо освещенные. То, что у нас было до этого, были очень, ну, не такие условия. Это процедурный кабинет стандартный, как бы, да, ну, наполнение разное. Приобрели... центрифугу, делать плазму, которая востребована при мышечных повреждениях, при проблемах коленок, все, пойдемте. Да, сам играл, сам делал. Чья это нога такая? Ну, это как бы больше нога Мельников, но это просто, ну, как больше как исследование, мы просто много, чтобы это больше для обучения. Это 18-й год было, здесь стресс-перелом, просто как и информационно, ну, и чтобы можно было... Так, ну, сейчас он здоров? Да, он уже здоров. Супер. Калиперометрия, определение, ну, жировой ткани и кистевая динамометрия, можно силу, можете попробовать. Давайте. Руку вправо. Вправо максимально и давим. Отлично. Давайте посмотрим, сколько. 67. Мало. Ну, отлично. И да? На другую руку. Очень хороший показатель. Давайте здесь. Отлично. 61. Ну, вот нормально, правая рука сильнее. Взвеситься можно? Да, конечно. Давайте. Это главное. Это главный мой вопрос. Всегда, где есть весы, дома я их специально не храню, чтобы не нервничать. Сейчас аппарат заработает. Да, и после завершения карьеры я всегда очень теперь спрашиваю, сколько я вешу. Так надо выложить? Пожалуйста. Ну, лишнее, да. Ну, банан, тем более, конечно. Я за здоровье. Ну, давайте с Богом. Цифры показывай. О, серьезно. Хороший такой, гроссмейстерский. Ну, будем считать, да. Ребро 196. 196. Голову маленечко вперед. 1,90 м был 6,5.
Ну, нормально подрос, получается. Ну, бывает, 0,5 сантиметров это не. Это просто, я говорил, в гостинице центра, да, очень хорошие матрасы. Тогда компрессия потом согласен. Советы для молодых спортсменов: пейте больше воды. Нет, это однозначно нет. Это даже не обсуждается. Спортсмен выпивает даже 2,5-3 литра в день. Это даже не обсуждается. Вы следите за этим? Да, нет, ну как следить по возможности, когда они тренируются, естественно, следим, потому что питьевой режим постоянно поддерживается. А так рекомендация все дается, но не можешь за ними ходить постоянно. Ну, пытаешься им приводить примеры, и показываешь игроков, и рассказываешь, что это, ну, точно востребовано. Ну, вот это самый такой популярный, это физиотерапия, кабинет. Значит, здесь, ну, геймбрейзер, наверное, да. Знакомый, да, это геймбрейзер самый... Наверное, самый такой перед, ну, аналогов нет, китайцы не смогли сделать, поэтому самый хороший американский аппарат. Здесь ударно-волновая терапия, тоже востребована при травмах, да, очень хорошая эффективность показала себя. Фонофорез, электрофорез и лазер очень интенсивный, ну, все, такие. Супер. В перспективе, да, криосауна, это, ну, знают об этом, вот скорейшее восстановление, то есть бочки для льда заказаны. Тоже будут стоять в раздевалках у ребят, у главной команды уже стоит большая. Сейчас мы посмотрим, да. Пойдемте, покажу. А вот вопрос, доступ к медицинскому центру 24 часа? Ну, конечно, медики будут постоянно находиться, конечно. Здесь это кабинет главной команды, здесь же будет криосауна. Криосауна? Она, ну, пока не доставлена. Мы тебя ждем. Да, да, совершенно верно. Новосибирский кедр. Вот такая с веслом. Можно уйти, если что. Так, а куда поплывем? Док, спасибо большое. Спасибо. Вы крутой. Удачи вам и удачи вашим спортсменам. Всем пока. Мы заходили сейчас с Вероникой в тренировочный зал. Не доработали с дверью. А теперь закрываем. Мы наверное исправили проблему. Это у нас тренировочный зал. По-моему, красота. Расскажи, что здесь самого крутого? Здесь самого крутого – это, в первую очередь, паркет. Это канадский клен. Мы много шумим про то, что у нас здесь шумит канадский клен. Бренд Robbins. Такой паркет можно найти во многих клубах NBA и NCAA. Все здесь супер, все здесь классно, как у Майами, как у Кливленда. Все по высшему разряду. А где лучше, в Майами или в Кливленде? На мой взгляд, лучше в Локомотиве. Это наш патриотичный ответ, у нас договор на это. Хорошо, но на самом деле по погоде вы как в Майами сейчас. Это факт. Да, самое классное, наверное, это то, что у нас кольца Шелби. Сейчас такие же кольца увидели на Евробаскете 2022. Так что наши воспитанники, даже самые маленькие команды, играют так же, как топовые баскеты Европы. И уровень баскетбола такой же уже, правильно? Ну, примерно. Стремимся к этому, пока еще не показываем. По дизайну здесь у нас по-прежнему есть всякие суператлетичные изображения баскетболистов. Это наши титаны, подготовленные в студии Артемия Лебедева, самого классного, по мнению многих дизайнеров. Это по договору? По любви. Так, стоп. А кто вот эти вот штучки будет подчищать? Очевидно, тот, кто оставил. Это мы как бы вот это вот, вот это вот, вот, вот. А, Виктор Пи все сделает. Красиво. Все, поработал на будущее российского баскетбола. Я буду гордостью команды. Говорят ребята и выходят на главную арену. Тан-да-да-дан, без скрипа, нормально. Да-да. Основная арена. Трибуна на 500 зрителей. Вчера ее опробовали. Все супер. Канадский клен. Опять-таки. Она еще делится на две зоны. Вон там сетка. И превращается в две площадки тренировочные. Когда игры, она превращается в большую арену. Когда тренировки, убираются трибуны, две площадки, кольца выдвигаются. И можно работать по полной. Получается три тренировочных зала. Слушай, ну а тебе как здесь на арене, расскажи. Хорошо. Хорошо все? Ты баскетболом занимаешься? Я занимаюсь футболом. А здесь что делаешь тогда? Просто смотрю. Ну, может быть, скоро в баскетбол пойдешь? Смотри здесь, какой крутой тренировочный центр. Твой брат будет баскетболистом? Да, вот он. А, вот он, а ты будешь футболистом? Он уже баскетболист? Да. А ты будешь футболистом, потому что там больше платят, правильно? Ты брату так и говори, что я буду футболистом, зарабатывать больше себя. Договорились? Нет. Продолжим дальше нашу экскурсию. Конференц-зал.
Вот теперь мне вот привычно здесь, кстати, работать, так как я теперь в медиа. Здесь мы планируем использовать эту площадку не только для тренерских семинаров и скаутинговых разборов игроков, но и в случае, если эпидемиологические ограничения снова вернутся в нашу жизнь, это полноценный современный учебный класс. Здесь наши дети, воспитанники могут проходить свои уроки, заниматься со своими учителями в тех школах, где они прикреплены, и не чувствовать себя отстраненными. Офигенно. Да. Вот это я, кстати, не знал. У меня был вопрос. А ребята, которые здесь будут жить и тренироваться, они, получается, весь год здесь будут так жить? Да, они живут здесь весь год. И есть уже даже приезжие, которые здесь будут размещаться, да? Но с других регионов и городов. Здесь живут команды, которые участвуют в Лококап. Так. После того, как они все разъедутся, у нас начинается сезон. Здесь на втором этаже, это целиком территория воспитанников Академии, где будут стабильно проживать наши команды. Круто. А вот учиться они будут, здесь есть школа где-то, да? Да, у них есть еще отдельная школа интернет-спортивного профиля, где они также проживают и учатся. Но у нас будут уже команды чуть постарше. Это те, кто учится в колледжах, в университетах, в училищах Олимпийского резерва. А ребята, те, которые в школах еще учатся, они не здесь будут жить? Нет, еще нет. Они еще слишком маленькие для того, чтобы жить прям совсем отдельно. Я понял. То, что это можно будет использовать как учебный класс, супер, гуд. Пойдем дальше. Начал снимать вот эту выставку, и мне сказали, ты не так снимаешь, надо все снимать в другом, здесь в хронологическом все порядке. Это музей достижений Локомотива, начиная с минеральных вод. С 1946 года? Да, все верно. Я подготовился, получается? Молодец. Да. Это Ростов, я помню еще такое время. Это Андрей Владимирович Ведичев, играл за Минводы, да? Да. После Минвод был Ростов. Вот Макс Григорьев в Ростове, да? Да. Это молодежный чемпионат ребята выиграли. Да. Макс Ткаченко, Тёма Комиссаров, Андрюха Леша Зубков, Лёша, Лёша Широков, потом Паша Крабков, Макс Кольшкин, Витя Ишков. Сафонов. Тренер чемпионской нашей дебютной. Да, а еще у него сын играет в... Где? Правильно. В ФК Краснодар. Все верно. Правильно? Да. Вы с ними дружите, кстати? Конечно, стараемся. Так, потом Малком Делейни уже играл в баскетболе. Это Еврокап они выиграли. Кубок России выиграли, хорошо. Это Серега Быков кричит, мы выиграли Кубок России. Теперь... Нет, Серега Быков кричит, что мы вышли в финал 4 Евролиги. О-о-о, это уже посерьезней. И вот они здесь. Это Евролига, это в Берлине. Это третье место ребята занимают. А сейчас я хочу, чтобы была барабанная дробь. Можешь сделать? Мой друг Никита Ремезов. Блин, очень круто, что он здесь висит. Да, мы Никиту помним, не забыли, он вообще молодец. Это период, когда он был на юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе. По 3x3. Да, он ездил туда с командой 3x3, но это его медаль за данный тест. Красавчик. Никитос, кстати, получается, от Локомотива Кубань первый, кто начал представлять 3x3. По сути, да, их в команде было несколько, еще Хасан Кипкеев. Хорошо, Хасанчику тоже привет. Никитоса лучший друг. Здесь у нас бронзовый призер первенства России, Срамарио. Привет, мой друг. Ой, не туда ткнул. Мы закладываем что? Первый камень строительства. А, кстати, в каком году? В 2018. В 2016, 4 года. И мы теперь здесь. Да, здесь, кстати, на фото маленький еще Данил Глазков, форвард нашей молодежной команды «Лука-2». Он сегодня будет играть в матче. Хорошо, в каске? Ну, посмотрим, он и так справляется, по-моему. Да? Хорошо. Он хорошо играет? Да, хорошо. Так, здесь главная звезда и воспитанник «Лука» Андрюха Мартюк. Да. Протекиайте, да, ребята? Да, наши первые награды в этом сезоне в предсезонке. Здесь у нас игроки команды «Суперлиги-1» в основном. Да, наша первая медаль, бронза первого сезона. Ну, другой у меня вопрос. Очень мало места осталось для дальнейших побед. Что будете делать? Строить еще одну академию. Серьезно? Строить еще одну академию? Вы невероятны. Андрей Николаевич, директор этого центра, правильно, да? Совершенно верно. Расскажите, как тяжело было это все организовать? В 2016 году была идея, это заложили камень. Да, и какие года, трудности были, да? И 4 года плодотворной работы и оказались здесь. Ну, трудности какие? Бетон, песок, вода, кирпич, потолок. Были сложности с покрытием и со стенами, но все победили.
сейчас видим, что у нас действительно, что у нас получилось. Да, конечно, видим, есть какие-то недочеты, будем исправлять. А какие недочеты? Ну, например, сейчас вот мы сейчас смотрим прямой эфир, у нас идет, у нас большие витражи, бликает, именно дает свет на паркет. То есть надо закрывать какими-то шторами для того, чтобы действительно трансляция была более качественная, картинка. Но походу это все будет исправлять. Да, конечно, для того, чтобы уже, потому что сейчас идет именно, почему этот турнир мы провели, для того, проводим, для того, чтобы действительно можно было бы посмотреть те нюансы, которые у нас есть, для того, чтобы когда будем уже проводить официальные соревнования, чтобы, ну, не было вот этих нюансиков, которые что-то как-то будут неправильно. То есть на ближайшие, я не знаю, сколько, 5 лет вы попытаетесь забрать здесь себе все юношеские соревнования? Если нам их отдадут, то, конечно. А что, могут не отдать? Ну, самое главное, чтобы, как говорится, у нас с логистикой все было хорошо и всем было удобно добираться. Было сложно вот так сейчас, в нынешнее время, это все еще и открыть? Да, ну, в основном эта проблема была в том, что мы, в принципе, все приобрели, все оборудование связано с кольцами, с табло, все мы, как говорится, где-то год назад, все успело прибыть, и, конечно, ну, сейчас, когда мы начинаем закупать уже там, сейчас есть проблема там с мячами баскетбольными, то, но все решаемо, поэтому я думаю, что все мы запросто все сделаем. У нас здесь действительно хороший, там, например, есть конференц-зал, где ребята наши могут спокойно, были, да. Могут спокойно учиться именно и смотреть матчи, и обсуждать, анализировать, потому что большой экран, чтобы это все было видно красиво. То есть, в принципе, здесь все сделано таким образом, что это для всего, ну, как говорится, как дома. То есть все должно быть аккуратно, чистенько, все новенькое, все без каких-то там пафосов, но все функционально. И еда как дома еще. Да, да. Да, но ребятам сразу пожелание, чтобы это все осталось, следите за собой и следите за тем, что вам предоставляют, правильно? Совершенно. Отсюда спортсмен начинается, с дисциплины же. Самое главное, конечно, это дисциплина и свое, чтобы он понимал, зачем он это все делает. Владос Шамрай выиграл сейчас Slam Dunk Contest. Мы сидим в раздевалке основной команды. Я говорю, давай, где сядем сейчас? Кто у тебя здесь кумир? Знаешь, что он ответил? Никого. Хороший, дерзкий ты пацан, получается. А, еще он выиграл Slam Dunk Contest. Я спрашиваю, а ты сейчас будешь играть? Можно тебя взять на интервью? Он говорит, да я на травме. А если что, он сейчас поставил... Какой данк? Из-под ноги через человека. Слушай, в тренировочном центре вот такой открыли тебя, ты еще выше будешь прыгать? Конечно, это еще не пик формы. Не пик формы? Как тебе здесь вообще нравится? Да, очень удобно. Вы уже здесь тренируетесь? Да, с командой уже тренируемся. Ты что такой скромный? То, что на травме? Да, жалко, не играю. Хорошо, ты какого года рождения? 2005. 2005-го, и уже так сигаешь? Уже давно. Уже давно? Это все спасибо Шалу. Шалу? Шалу. Да, а Филу спасибо? И Филу обязательно. Ноги сделал он. А ты сам из Санкт-Петербурга? Нет. Нет? Со Старого Оскола. Со Старого Оскола. Я слушай. В Питер виделся с ребятами. Да? Снимали. А, вот да. Ты же восходящая звезда Slam Dunk Contest. Ну, не так прям громко. А по баскетболу есть вопросы? Мысли. А ты что, планируешь попасть в основную команду? Желаем. Да, покажи свою награду. Супер, круто. Так, на травме, что у тебя такое? Я пах потянул. Пах потянул? Слушай, как-то, если ты с потянутым пахом так сигаешь, что будет потом? Ну, я уже восстановился, просто не успел с командой начать работать к турниру и остался смотреть. Хорошо, а какие перспективы? Здесь будешь жить и тренироваться 24/7? Ну, конечно. Да? Только так. Я тебе желаю удачи. Оставайся таким же скромным, но голодным до побед. Это, все. Надеюсь, их будет как можно больше. Спасибо. Красавчик. Николай Галаев, руководитель департамента национальных резервных сборных. Мы с ним в мае встречались на первенстве России 2009 года. Влог оттуда по подсказке. И тогда мы разговаривали про тренировочные лагеря для юных спортсменов, которые проводились в июне, правильно? В июле. Ну, в мае, да, были. В Тимирязевской. В гоу-парке. Да, и в гоу-парке. Сейчас вот такой
тренировочный центр отгрохали. Есть в планах здесь теперь все это конечно, проводить? Конечно, все круто. Мы посмотрел всю территорию, все возможности. Отвечает всем требованиям, да, которые предъявляются самым высоким, да, по сборным. Поэтому я думаю, что если взаимный интерес будет, а я уверен, что он будет, тем более, что игроков из проекта «Локомотив Кубань» молодежного все больше и больше с каждым годом в резервных командах и в национальных. Поэтому для резервных сборных здесь есть все, что нужно. Поэтому думаю, что тренировочный лагерь РПБ здесь тоже стоит ждать. Ребята, ждем здесь тренировочный лагерь. До тех пор, пока мы не построим свой центр. А это вы меня туда пригласите? Ну, конечно. Все, строим тренировочный центр вместе с Виктором Павленко. Имени Виктора Павленко, да. Ну, это надо драсти, извините меня. И тогда все будет круто у нас? Да. Все, спасибо. Продолжаем дальше. Ребят, я обещал прийти на обед. И сейчас нам расскажут, чем здесь кормят ребят. Салатики, витамины. Давай пройдемся. Расскажешь нам? Давай, второе у нас здесь. Что? Сегодня у нас куриная котлета с сыром чеддер. Есть. Куриная котлета в панировке. Картофельное пюре. И паста с овощами. Так, сам пробовал? Конечно. Ребятам нравится? Ну, пока никто не жаловался, все живы-здоровы. Хорошо, меня накормите? Без проблем. Еще два супа. И куриный суп с лапшой. Соляночка и куриный суп с лапшой. Но я хочу вот попробовать котлету с чеддером. Окей, сделаем. Так, парни из Турции что предпочитают? Парни из Турции предпочитают мясо. Очень странно, да? Мясо и то, и другое. Все, супер. Побольше мяса. Главный девиз молодых спортсменов. Ребят, вот обед и обещанная котлета с чеддером. Официально котлета с чеддером, полный фарш. Ну, она из фарша, конечно же, но очень круто. Спасибо. Спортсмены, цените эти возможности и добивайтесь успеха. И правильно питайтесь, пожалуйста. Один вопрос. Кто придумал котлеты с чеддером? Шеф. Шеф, котлеты с чеддером просто бомбито. Мое почтение. Кстати, везде и в кафе, и в столовой транслируется баскет. Это тоже очень крутая тема. Ребят, здесь еще есть кафе «Очаровательная Анна». И я всегда, вот когда в таких баскетбольных центрах, спрашиваю, сколько стоит американо? Не отвечу, потому что мы только разработали меню «Приглашу бармена». Вот это тоже так у меня отвечает. Сколько будет примерно стоить американо? 100 рублей. Великолепная цена. Краснодар решает. А то мне тут в плейграунде зарядили 250 рублей. Акция пока действует. Все, кто закажет американо, записывайте на счет Захара Ведищева. Обычно он говорит, что деньги есть. Это у нас уличная площадка. Для 3x3 и 5x5. Да, профессионального покрытия пока нет. Пока нет, но будет. Хорошо. Здесь что вообще будет проводиться? Здесь мы планируем делать в будущем какие-то этапы 3x3, возможно, полноценные челленджи. Посмотрим. Хорошо. Так как я сейчас в баскетболе 3x3, для меня это была самая интересная здесь локация. Вот. И, может быть, сразу договоримся, можно приехать на сбор сюда? Да, можно. Но только за большие деньги. За большие деньги это мы еще поговорим, но можно было просто сказать «да, можно», я бы тогда сказал «блин, круто, так быстро договорились». Хорошо, возможно, на этом наша экскурсия заканчивается, мы посмотрели да, все. Да, посмотри, пожалуйста, какая там красивая граффити история, мы очень гордимся ею. Пойдемте посмотрим. Мы посмотрели весь молодежный тренировочный центр, но Вероника гордится здесь только одним. Это граффити на всю стену. Плюс еще тут воркаут-зона. Но мы про граффити. Ты-дын. Так, это изображен Владислав Емченко. Но он больше похож на Сашу Щербинева, но допустим. Саша Щербинев, да, кстати, вот нос и прическа прямо вот вылитый. И кроссовки. Фирменный прыжок вперед. Верно? Да. За мячом. Он, это дриблинг или он прыгает за мячом, я чтобы думаю, спасти он его? Он прыгает, чтобы спасти. Потому что он... Может. Потому что он может. Это самый главный девиз Саши Щербинева. Хорошо. Расскажи, кто это нарисовал? Немного про автора граффити. Да. Это Георгий Куринов. Он вообще у нас на юге очень известен, потому что много уличных площадок закрашены
его руками. Плюс у него не так давно появились огромные граффити в Бельгии, в Германии. Прям целые заводы отдают ему на поруки свои стены. И я думаю, что это очень классно. Он обычно делает исключительно авторские эскизы, но здесь согласился на коллаб с Артемием Лебедевым. Блин, я только хотел спросить, без Артемия Лебедева? Ну, идея центральная баскетболиста Титана — это все-таки, наверное, Лебедев, но под адаптацией Кузьмова. Почему баскетболисты именно Титаны? Ну, потому что это боги, а не люди. Понимаешь? А в Локомотиве, получается, боги у нас будут спортсмены? Пока но они после... полубоги. Да, но после такого тренировочного центра все будет круто. Особенно после тренировочного тренажерного зала Фил Радков из вас сделает людей. Мне кажется, что я занимаюсь на этой воркаут-площадке первый. Потому что вчера было не до этого, было открытие торжественное, а Виктор Пи потянется здесь первым. Здесь еще можно прыгать в длину. Кстати, напишите в комментариях, какой у вас рекорд прыжка в длину с места. Потом, типа здесь традиционные лестницы, но все в квадратиках. Но вы понимаете, как это делать, да? Давай покажу. Вот, упражнение креста же все знают, да? Все еще может. Типа такого, вот. И есть классики. Вероника отказалась все это делать. Ну, а я попробую. Так. Кто чемпион? Лайки, репосты, естественно. Вероника, я нашел минус. У вас автобус выцвел. Я же тоже должен как-то отметиться в этом невероятном молодежном тренировочном центре. И попытаюсь хотя бы штрафик забить. Ребят, конкурс. Чтобы поучаствовать в нем, вам нужно в комментариях написать «Вперед, Лока!» И вы можете выиграть футболку, блокнотик, вымпелочек. Пишите в комментарии «Вперед, Лока!» И мы выберем одного победителя, который заберет весь этот невероятный пак. Круто! Удачи! Друзья, вот так прошел мой день в тренировочном центре «Локомотив Кубани». Спасибо, что подписываетесь. Надеюсь, вам было интересно. Я путешествую по России, рассказываю о баскетболе для вас. До скорых встреч. Всем спасибо. Пока. Подарки не забываем выигрывать.